Этой трещине уже 11 лет. Здание начало разрушаться еще во время землетрясения в 2004 году. Но такие серьезные масштабы разлом приобрел только сейчас. И все из-за работ на набережной Трибуца, рассказывает местный житель Сергей Дощук. На сегодняшний день отклонение составляет около 40 сантиметров. Большая паника у людей. И сейчас реально вот моей маме, допустим, 80 лет. Люди вынуждены это делать. Сейчас жить, продолжать жить здесь, потому как у многих там, ну, есть многодетные семьи, которым некуда деваться, это самое, есть старики, есть, в конце концов, один, насколько я знаю, в доме раковый больной. Официально переселиться в маневренный фонд согласились только жители трех квартир. Остальные намерены добиться справедливой, по их мнению, замены, а пока на свой страх и риск продолжают жить здесь. 22 июля вопрос о доме обещали обсудить с губернатором.